стараешься своих людей вкладывать, инвестировать в команду, разговаривать с ними о том, что важно, делиться с ними новостями менеджмента, не происходит отдачи. И тогда я ей сказал: слушай, я сейчас, это было 2 года назад, я сейчас внедряю систему управления, основанную на общих ценностях. Она посмотрела на меня недоверчиво, потому что человек высочайшего уровня. И слушай, я уже столько всего этого слышала, столько разных проблем, столько разных решений. Я говорю: нет проблем, давай попробуем. В этом году мы заканчиваем... А у вас, вы кто по должности? Я по должности? Ну вообще, я пиар-менеджер. Отлично, прекрасная позиция. Спасибо большое. Кто еще согласен с тем, что он главный по людям в компании? Да, вопрос. Вопрос очень простой. Как вы считаете, кто в компании главный по людям? Руководитель какого уровня? Генеральный директор или собственник? Я думаю, собственник. Здравствуйте, меня зовут Аскера. Я думаю, собственник. Почему? Потому что он принимает решение о том, какого директора он будет нанимать. Далее зависит от того, какого директора он наймет, дальше по цепочке. Поэтому спасибо большое. Все согласны с этим здесь у нас? Нет. Нет, кто не согласен? Так, давайте послушаем наш. Он как бы генеральный, да, то есть он по Москве и, собственно, да, с регионами. То есть если даже какие-то вопросы... Минус один от собственника – это генеральный. Генеральный с вами работает. Какое противоречие между тем, что мы сказали, главные HR по людям – это генеральный или собственник? В чем противоречие? В данной ситуации собственник, скажем так, не подбирает команду. Я даже усматриваю в этом... Нет, мы не говорим о том, что у собственника должна быть функция рекрутинга. Кто главный за людей вообще? Кто несет идею в компании? Наш, скажем, руководитель. То есть не... Генеральный директор? Да. То есть это не собственник. Хорошо. Это наши руководители непосредственно, с которыми... Хорошо. Ну, собственно, противоречие. Сейчас. Если вы генеральный директор, то это ваша ответственность, причем уголовная, за то, как вы работаете, за те результаты, которые вы приносите компании. Насколько вы отдаете себе отчет в том, что вы реально делаете? Я сегодня уже говорил об этом сумасшедшем нашем ритме, безумном. Остановиться на секунду и задуматься, а в чем моя цель, куда я иду как человек, как руководитель, как собственник, это то, о чем я сегодня буду стараться вам говорить часто. Я хочу, чтобы вы вышли отсюда с неким пониманием. Есть две реакции, которые я ожидаю сегодня. Полная чушь. Это я уже слышал. Что мне может сказать он? И вторая реакция, молчаливая, задумчивая. Нырнув в блокнотик или в свой мобильный телефон, постараться записать основные идеи и инсайты, которые приходят вам во время моего выступления, во время выступления наших следующих спикеров. Не стесняйтесь, именно для этого вы сегодня здесь. Используйте любые моменты, когда вас выдернули из общего контекста, что вы сейчас не на работе, а те идеи, которые к вам приходят, это и будет основой вашего будущего движения, еще буду говорить. Скажите, Siemens? Siemens еще жив сейчас. Старик Siemens. Sony. Тоже жив. Так вот, вопрос следующий. А кто в компании главный по трендам? Кто сказал? Вы? Кто сказал? Вы? Почему? Потому что вообще собственник главный. Если это его детище, он все задает. Команду, тон, тренды, и конец этого бизнеса. И начало, да? И начало. Спасибо. Давайте поаплодируем. Потому что сегодня это нужно сделать. Потому что если завтра они не вложат, мимо них проедут клиенты. Что происходит с вашим бизнесом? Насколько вы готовы сегодня? И насколько вы проинвестировали туда, куда было нужно? Digital. Можно на секунду попросить вас активировать экраны ваших телефонов и показать их мне? Это прекрасный повод достать. Зайти в социальные сети, набрать Роман Дусенко, в любой, написать мне письмо, я вам пришлю презентацию, много разной полезной информации. Покажите, не вижу. Круто, круто, круто. Смартфоны. Мы перешли в диджитал. Причем настолько конкретно, что вы даже не заметили. Вообще, западные спикеры говорят, что эпоха IT закончилась в 2015 году.
2015 года мы с вами живем в диджитал-сфере. Почему? Потому что количество информации, поступающей к нам, огромно. Задайте себе честно этот вопрос. Знаете, интересные ответы, когда ты занимаешься с человеком в коучинге, люди говорят, знаешь, а я бы, например, открыл ветеринарную клинику. Я очень люблю животных, я бы все свое время свободное посвящал. Серьезный бизнесмен, говорил. Движемся дальше, потому что мы фактически завершаем. Последнее. Могу ли я просто и ясно, четко объяснить другим, что я хочу? Вот если бы сейчас у нас было бы больше времени, я бы с вами занимался целый день, я бы вас попросил повернуться друг к другу и рассказать одну важную вашу личную цель. Могли ли бы вы четко и ясно объяснить, что вы хотите? Если нет, поработайте над этим сегодня дома. У моих детей есть такие смешные детские очки. Знаете, такие глаза огромные или что-то еще. А самый лучший пример, у вас же тоже, наверное, есть всякие 3D-кинотеатры, там IMAX и все остальное. Когда вы заходите в кинозал, вам выдают очки, чтобы вы видели все спецэффекты. Представьте, что сегодня на выходе из этого зала стоят наши ребята, девушки, и выдают вам очки, на которых написано 100% эффективность деятельности. Вы их одеваете, и теперь живете в ними всю оставшуюся жизнь.